подъемная мишень Шутман F7. Она поставляется в комплекте с веревкой, колышками для вбивания в землю и саморезами для вкручивания в дерево. Интернет-магазин «Попади в десятку». Мишень выполнена в виде силуэта немецкого солдата с гранатометом и установлена на подъемный механизм. Металлическая мишень достаточно толстая для того, чтобы выдерживать попадания даже из мощной пневматики. В ее основании есть отверстие для того, чтобы крепить мишень на дереве или на земле. Принцип работы таких мишеней в том, что при попадании в силуэт выстрел не засчитывается, и упадет она только в том случае, если попасть точно в цель в отверстии. А для того, чтобы поднять мишень обратно, достаточно потянуть за комплектную веревку, которая будет привязана к специальной цепочке. А точно упасть при каждом попадании в яблочко мишени помогает специальная пружина, которая есть в ее механизме. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку».